Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Утро доброе. Если утро, если нет, значит просто всем привет, друзья. Третий день на базе. Сегодня 31 октября. Утро просто чудесное. Смотрите, какая красота. Какой октябрь в этом году. Да и вообще осень радует. Говорят, это ноябрь. Я смотрел, и ноябрь будет нормальный. Так что, может, еще путешествия не будут заканчиваться. В общем, мы утро сейчас пьем кофе. Собираем тормозок. Ну а как тормозок? У нас тормозок называют. И едем в лес. Едем по грибы. Дубль 2. Вчера Мишка был чемпионом. Видео есть на канале. А сегодня посмотрим. Ну, вчера маслята такие маленькие были. Возможно, за сутки подросли. Посмотрим. Так что погнали. Погнали с нами. Вот мы и в лесу. Немного дальше проехали. Так, все ставят точки. А ну, Миш, покажи программу, как ты ставишь. Какая программа? Да нет, покажи значок сам. Вот такой значок, друзья. Вот, зелененький. Навигатор грибника, да? Да. Смотри, короче, плюсик. И став 30-31, став, ну, он уже кричат, видишь, кто-то потерялся. Ну, допустим. Давай, сейчас. Пойдем, вот, допустим, сейчас сойдем. Сейчас Миха покажет. Ужины. Света пошла левее, вон она. А мы сейчас, в общем, будем разбредемся. Есть срезанные грибочки, ну, понятно. Ого. Ты зачем такую? А, палку себе делаешь, понял. Все, заходим. Такой молоденький лесок. Дальше будет старее. В общем, пойдемте поищем. Второй день подряд. Совсем немного, но суп. Маринованные грибы вчера были. Так что класс. Самое главное отдых. Бродить. Шикарно. Что там, Мих? Червивый маслан. Все, не-не, в сторону. Все, пойдемте. Миха уже там зеленушки собирает. А у нас, друзья, маслята снова. Молоденькие. Сегодня Света тоже будет мариновать. Вот еще. Вот, смотрите, какая семейка. Это такие вкусные. Такие. Ой, шляпку оторвал. Сейчас замаринуем.
вилочкой. Ау! Да я недалеко. Полянка такая попалась. Вот, пожалуйста, маслята, раз, еще один, еще парочка молоденьких масляток. Людей вокруг ходят, конкурирующие фирмы. Все отдыхают, все собирают, все ищут рыбы. Красота. Давай. Вот так вот. Ля. Да, я вижу. Вот там. У Михи очередная зеленушка. Покажи, сколько там у тебя уже. Ну вот. Пойдет. У меня пока так. Ну, в принципе, время. Мы только зашли. Минут 15 как зашли. Ну, совсем мало грибов, как я уже сказал. Людей много ходит, а грибов нет. А вот и у меня первые зеленушки. Так, вот еще один. Мих, смотри, какой у меня большой масленок. Сбитый, кто-то прошел. Блин, ну не заметил. Сюда. Так правда, посмотри какой. Класс, да. Чистенький, хороший ага. Масленок. А вот это ж, а, это сбил. Кто-то прошел, да, не увидел, сбил шляпку. Где-то здесь Светлана. Светуля? Да. Вот она. Что здесь у тебя? Туда дальше в лес прошли, вообще пусто. Все грибы тут сначала были. О! Вот наша Светуля. А ну покажи, что там у тебя. Лизовичок подкинул? О-о-о. Ну сравните, да? Вот, сегодня, конечно, света. Рядовка. Ого, рядовка большая. Да. Маслята, зеленух много. Разницу почувствуете, да? Молодец. Спасибо. Миха тоже там зеленушек находил. Да? Ага. Молодец, Миша. Ну, совсем мало грибов. А только начинается. И вот ты... Завтра такие вот тык-тык-тык, и видно, что наклевывается грибочки. Что будем делать? Ну, еще походим, погуляем. Здесь никуда не будем переезжать никуда? Нет. Что там, Светуль? Там маленькие маслятки, а видишь, подрастают. Видишь? Да, да, да. Завтра будут. Завтра будут. Он какой красивый мухомор. Просто не могу вам не показать. Класс. Миха меня позвал.
А вот, смотри, пропустил тоже. Да. Я его видел, я посмотрел. А, ты видел? Как тут... три подряд гриба. Вот еще, аккуратно иди. Да, хорошо, вон у мешки маслята. Давай, режь. И вон еще, смотри. Сейчас, подожди. Да я ж вижу, там маленький. Да, да. И этот еще. Ляг хороший. Давай, хороший. Ну, покажи. Вот такие маслята. Молоденькие. Да, они только начинаются. Мало ли, может, будут. Сейчас аккуратно там. Вот, да я аккуратно. Я понял. Вот, смотри, срежешь. Да, и вот еще один. Маслёт. Там еще такой маленький. Ну, прям сильно маленький не бери. Ну, такой. Да тут такие брать не надо. Они завтра вырастут, будут побольше. Вот, давай бери. Не надо, чтобы завтра и завтра сюда не приеду. Чего это мы не приедем? Ну, именно сюда я не найду. Ну, кто-то найдет. Не Как успехи, народ? А, я чуть-чуть туда кидаю. Ну, есть немножко, да? Да, оно такое, его очень мало, и вот ляпа обошла. То, нет, то рядов, даже это, паутинник. Ой, какой хороший. Да, Мих, классный. Масленочек зачетный. Зачетный. А где Света? Да где-то ходит, Света с лесовичком где-то. Тату воздух, я вообще, у меня легкие. Светлана там, говорит, белый гриб нашла. Говорит, правда, небольшой, но белый. Нету ни польского, ни белого. Одни маслята попадаются. Маслята, рядовка. Ну, рядовку не берем. А и мухоморов много. Поганок. Масленок или нет? Не масленок. Не масленок? Да. Да, рядовку мы не берем. Пойдем. Светик! Не отставайте! Мы с Михой впереди. Собираем быстрее всех, да? Да. Чего тут сзади? Мы сейчас впереди пройдем, все соберем, а они пусть... То, что мы не нашли. Да? Нет. Маслюк? Рядовка. Рядовка. Продолжаем. А вот это, Мих, вот это точно масленок. Оно, режь. Так режь. Чего, тут у тебя ножик есть? Мне просто неудобно. И с камерой, и с ножом. Масленок? Нет. О. Еще. А вот еще. Да, ну, этого можно и не брать. Миха. Ладно. Не выдумывай. Вот такой, Миха, до грибов. Молодец. Шаришь. Ты шаришь в этом деле, да? Красава. Миха, вон, смотри, прямо. Увидел? Стой, стой. Ага. Да, и вон еще перед тобой еще, видишь? Да, вижу. Давай, у нас такая полянка здесь. Только что вот тут срезали, вот тут. Это не мое. Ну, конечно, твое. И вот еще один. Собирай. Вот смотри, какой красивый мухомор. Сейчас ты, я его свяжу. Ты сейчас огляди здесь, потому что может еще быть маслята. А вот мухомор, гляньте. Какой! О. И вон еще один. Почему-то нет ни польского, ни белого. Света только один нашла. Маленький. Ага. Ладно, продолжаем, друзья. Еще походим, поищем. Вот смотри. Видишь? Нет. И вон еще один. Сейчас. Давай, режь. Вот, аккуратнее раскрывай. Там их три, да?
И раз, два, три, четыре. Четыре масленка. О, шикарно. Так, раз, два. Клади себе. И вон еще, смотри, два. Видишь? Угу, все. А тут и вот такой сейчас. Да нет, не будем, Мих. Ну, то совсем маленький, пусть растут. Ну, ладно. О, немножко в корзинке маслят добавилось. Вон еще, ну, маленький, тот не будем резать. Масленка наша. Ага. Вон, видишь, какая влажная, смотри. Угу. Мох. Вот такой он, друзья, влажный. Сейчас даже руку помою. О, видите? Красота. Миха сказал, берем все. Мне очень нравятся такие, когда они маленькие, молоденькие, самые вкусные. Вилочкой так по тарелочке. Раз, не можешь наколоть, не можешь. Потом раз, наколол, один, два. Ох, это закуска. Да, Мих? Миха грибы не ест. Ну, молодой еще, маленький, еще не понимает вкуса. Скоро начнем. Ну, зато собирать умеешь, да, Мих? Молодец. Мишка, давай туда не пойдем, мы туда пойдем. Смотри сюда. Мих, вон, поляна какая, вот туда, давай в ту сторону. Ну, хвастай, Мих, что там у тебя? Ты так ниже к земле, прям под землю. Ой, смотри, какой он красивый, Мих, дай покажу зрителям нашим, друзьям. Смотрите. Шикарный масленок, скажите. Просто шикарный. Осенний сегодня... 31 октября, это здесь недалеко, это Полтавская область, недалеко село Орлык, и вот это мы здесь в лесу. Вот еще один, я с вами разговариваю, увидел просто его сам. Оп. Тоже, смотрите, какой шикардос. Мишке очередной масленок. Михе везет. Просто сказочно. Молодец. Что там у тебя, Мих? Блюшки. Опа. А ну-ка, показывай. А, вот еще одна, да. Две штучки. Там может еще больше. Ты так хорошо подрой. Ну, можно и руками тут. Можно и руками, да. Там оно. Грибу все равно. Вот еще ли. Ага, да. Срезаешь ты его или срываешь. Там грибница идет на несколько метров землю. О, бери, клади себе. Молодец, Миха. Есть зеленушки у нас. Света говорит, надо было брать рядовку. Засолила бы. О, Михи масленок. Смотрите, какой красавчик. А ну. Да. Оп. Ой, давай я покажу. Шикарно. Конечно. Молоденький, чистенький. Ага. Молодец. Их опять нашел. Опять меня зовет. Опять у Мишки маслята. А ну покажи. Не вот. Один. Один? Не один. А, два штуки, да? Вот такой еще есть. Да, маленький не бери уже, ладно. Пожалею. Вырастет до завтра. Ага. А вот тут что это? Не знаю. Покажи. Давай, Миха, мы с тобой место выберем, где мы будем трапезничать. Там вот здесь где-то под елочками. Ага, если кто-то тут не будет нам. Нет, никто здесь не. Конечно, нет. Ты что? Кто тебе что скажет? Отдыхаем. Мы здесь! А! Да тихо ты. Ох, Миха. Волос такой же грубее, чем у меня. О! Давай вот здесь вот. Смотрите, какая красота. Со всех сторон нас окружают елочки такие небольшие. О, вот здесь вот ровно, более-менее ровно. Вот здесь. Или вот здесь. Да давай вот тут. Да, тут вот более... тут. Да, вот тут ровненько. Давай да, здесь. Ровно. Место побольше. Давай, давай. Прям в лесу. Сейчас. Ага, стели. Сейчас.
Света сходила к лесовичку, поблагодарила, а он ей еще два гриба, да? Да. Какая ты молодец. Все, смотрите, мы уже все, детвора уже села, сейчас будем накрывать поляну. Прям в лесу, второй день подряд, завтракаем мы в лесу. Да, Мишка? Да. Все. Ну, что не накрываем? В чем проблема? Девочки, мальчики, а ну-ка быстренько, быстренько. Вот такой у нас сегодня последний день октября получился по сбору грибов. Смотрите, какая, какая красота на улице творится. Что? Разве сказать жарко? Тепло. Правда, тепло. Температура. Можно было бы в футболке, если бы не ветер. Ветерок дует, даже приятно. Все, друзья. Всем здоровья и, самое главное, мира. Надолго мы не прощаемся. Скоро увидимся. Подписывайтесь обязательно. Лайк. Ну и комментируйте. Мне очень приятно. Пока.